Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами вот таким замечательным рецептом постного майонеза без яиц и без молока. Кому интересно, оставайтесь со мной. А для приготовления постного майонеза нам понадобится фасолевый отвар. В моем случае я возьму просто консервированную фасоль. Также нам понадобится 1 чайная ложка горчицы. Горчицу можно взять любую, у меня уже острая. Потом нам надо будет 1 чайная ложечка соли, лимонный сок, оливковое или подсолнечное масло, емкость, в которой мы будем все взбивать, и погружной блендер. Мне нужно 100 мл отвара фасоли. Фасоль может быть любая, консервированная, или сварить ее самим. Вот смотрите, у меня 100 мл, чуть больше, чем 100 мл жидкости. Можно взять белую фасоль. Отвар фасоли у меня не соленый, поэтому я добавляю неполную чайную ложечку соли. Также я добавляю 1 чайную ложечку горчицы. Горчица у меня острая. Добавляю туда чайную ложечку лимона, лимонный сок, можно добавить уксус, 200 мл подсолнечного или оливкового масла. Ну, какое масло есть у вас? 200 мл. В общем, на 100 мл жидкости 200 мл масла. И теперь смотрите, самое важное не делать миксером вот такое движение вверх-вниз. Просто вниз опускаю и начинаю взбивать. Посмотрите, постепенно все начинает становиться белого цвета, то есть превращаться в майонез. Ни в коем случае не поднимайте вверх миксер, пока полностью не появится белая масса. Если ваша масса еще не густая, а жидкая, можно добавить немножко еще растительного масла. Но ни в коем случае не поднимайте. Если вы будете поднимать вверх-вниз миксер, то у вас ничего не взобьется. Посмотрите, вот такая консистенция у меня в майонезе получилась. В принципе, я довольна. Для кого это жидкое, можно еще немножко взбивать. Только аккуратно-аккуратно вниз погрузить блендер. Если вдруг получилось так, что у вас ничего не взбивается, дайте майонезу отстояться, чтобы масло поднялось наверх, жидкость внизу осталась. И тогда еще раз все взбейте. Этот майонез очень вкусный. При желании можно добавить сюда еще какую-нибудь зелень. Если вам понравился мой рецепт, не забываем ставить пальчики вверх, подписываться на мой канал, делиться с друзьями. Всем пока и до новых встреч!